Косилка для травы водорослей на рыбалке. Сделана из полотна от ленточной пилорамы. Три куска по 50 сантиметров. Отверстие сверлил сверлом для кафеля. Вот так она разбирается и собирается в рабочее положение. Шайба, болтики на 8. Конструкция простая. Сюда привязывается веревка, забрасывается, опускается на дно. И вот этими штуками срезает водоросли, камыш. Тянешь и расчищаешь себе место для рыбалки. Очень просто, быстро. Использовал, разобрал, сложил и убрал в чехольчик. Очень удобно для рыбалки, чтобы не цепляться за водоросли.